В Республиканской юношеской библиотеке имени Пушкина состоялась презентация книги «Русские в Дагестане». О роли приезжих специалистов в системе образования Дагестана говорили заслуженные работники культуры и преподаватели. Как отметили организаторы, русские учителя, приехавшие в Дагестан еще в ранний советский период, внесли весомый вклад в развитие учебных заведений региона и в становление Дагестанской школы педагогов. Мы считаем, что русские у нас в Дагестане – это еще одни представители, значит, из многих наших народностей и народов. И, значит, проблемы как таковой, как пытается иногда сейчас муссировать и говорить об этом, этой проблемы как таковой нет. И сегодняшнее мероприятие будет свидетельством этому. А вклад русского народа и представителей русской интеллигенции в культуру Дагестана, конечно, переоценить невозможно.